Приветствую всех, друзья! С вами Женя, и вы на канале Недообзор. Победителя прошлого конкурса вы видите на своих экранах. А ко мне в руки буквально на один день случайно попал Samsung Galaxy S7 Edge. Один из самых крутых телефонов на рынке в 2016 году. Это не обзор характеристики параметров телефона. Вы и так уже их все отлично знаете. А это краткая видеосводка мной просмотренных обзоров. Я назвал этот видеоролик «5 фишек и плюшек Samsung S7 Edge». Поехали! Первая фишка – это Always On Display – постоянно включенный экран, который показывает время, заряд батареи и оповещения. Samsung утверждает, что таким образом Super AMOLED-экран съедает всего 1% от батареи. А ведь когда-то в моей старой Nokia это была не фишка, а обычная функция. Ну ладно, едем дальше. Вторая фишка – The Edge Panel или панель Edge. Вот отсюда можно вытащить панельку с быстрыми шорткатами. Это в принципе то же самое, что и обычные шорткаты вот здесь на десктопе, только красиво запрятанные. Третья фишка – это мультиоконность. Я уже упоминал об этом в ролике «5 причин купить Samsung A5 2016 года». Мультиоконность – это заслуга нового TouchWiz'а. Очень классная функция, если вам нужно сделать два дела сразу. Смотреть видео и, например, заглянуть в интернет по срочному делу. Четвертая фишка. В настройках, в дополнительных функциях, в разделе «Игры» можно включить Game Launcher и Game Tools. Что это дает? Если кратко, то это позволяет собирать все игры в одном месте, грубо говоря, в одном каталоге. Также здесь есть дополнительные функции, полезные во время игры, например, экономия заряда батареи в игре и игровой режим без уведомлений. Ну а с помощью Game Tools можно заблокировать кнопки «Последняя» и «Назад», а также, внимание, можно записать игру прямо с вашего экрана. Вот такая четвертая фишка и очень крутые функции Game Launcher и Game Tools. Пятая плюшка. Новый самсунговский TouchWiz мне нравится. Он упрощенный, более приятный для глаза. Но, как вы многие наверняка знаете, я являюсь сторонником голого андроида. А нравится ли вам TouchWiz? Нажмите, пожалуйста, на букву «И», и если не сложно, ответьте на вопрос. Ну а я именно поэтому люблю телефоны Nexus. Но даже из этого Samsung можно сделать почти голый Android, при этом не делая никакого рута. Нужно просто поменять тему на Android N, либо на Android 6.0. Тут уж как кому нравится. И интерфейс станет очень близким к стоковому Android. Что, по-моему, круто. Samsung молодцы. Вот такие 5 фишка-плюшек на сегодня. Участвуйте в конкурсе «Условия на экране», а победитель будет в следующем видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу Недообзор ВКонтакте, и если понравилось видео, то поделитесь им в соцсетях. Ну а с вами был Женя, как всегда. Всем удачи, всем пока!